Наташа Деминская. Здравствуйте, дорогой. А как быть соседке? Ножницы напротив моего дома поставила, воткнула в дерево, что означает постоянные сплетни про меня. Разговаривает, завидует, вот даже фото сделала. Я хочу вам дать обряд. Возьмите обычную ленточку какую-нибудь, на ней напишите свою фамилию. И эту фамилию где-нибудь, на этой ленточке имя и фамилию, можете имя и фамилию родственников. И вот такую ленточку повяжите на дереве, которое будет видеть ваша соседка. Или где-нибудь привяжите, чтобы эта ленточка виделась. И в тот момент, когда на вас будут влиять, как вы считаете, или на вашу семью, вот можно написать «семья Наташи Деминской». И когда будет влиять, там втыкать что-то, плевать в вашу сторону, то это будет идти на ленту. И лента растрепится, после этого там что-то с ней произойдет, если есть какое-то влияние, и все. А на вас это влиять не будет. Таким образом вы сделаете некий перенос, который называется в магии вольтом, и перенесете ее влияние, если вы считаете, что оно есть, на вот такую обычную ленточку. Ну.